Тысячи фальшивых сирийских паспортов ищут немецкие силовики. По ним в страну могли приехать боевики ИГИЛ. Как документы попали в руки исламистов, расскажет Татьяна Лугунова. 11 тысяч бланков, по данным немецких спецслужб, такое количество настоящих, но не заполненных сирийских паспортов попало в руки террористов ИГИЛ. Информацию публиковал таблоид Бильд со ссылкой на надежные источники в правоохранительных органах. Силовики ее пока не подтвердили, но и не опровергли. Пустые паспортные бланки исламисты выкрали во время штурма в административных зданиях в сирийских городах. В руки террористов попало также оборудование, с помощью которого паспорта можно заполнить и вклеить любое фото. Но спецслужбам, утверждают журналисты, все-таки повезло. У них есть серийные номера всех украденных бланков. И теперь силовики пытаются установить, кто уже въехал по поддельным документам в Германию и другие европейские страны. И насколько эти люди опасны. Ведь поддельными паспортами могут воспользоваться как боевики ИГИЛ, так и беженцы, которые потеряли свои собственные документы и были вынуждены купить у террористов новые. Причем серийные номера паспортов проверяют не только у новоприбывших граждан Сирии, которые просят убежища, но и задним числом у тех мигрантов, которые в течение последних 2 лет получили приют в Германии. По данным немецких СМИ, миграционные службы уже дополнительно проверили более 80 тысяч подозрительных сирийских паспортов. И 8 тысяч из них действительно оказались поддельными. Были ли среди этих документов те самые паспорта, которые ранее попали в руки ИГИЛ, неизвестно. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».